Йоу, всем привет! Меня зовут Саня, я барабанщик группы Cloudless. И в этом видео я хочу вам рассказать о своем опыте использования тарелок Zildjian K-Custom Dark Box. Погнали! Когда я точно решил, что я хочу перейти на тарелки Zildjian, у меня на чашах весов были Zildjian A, которые более яркие, у них высокий тембр, покрытие бриллиант, в которое просто невозможно не влюбиться, и K, у которых темный звук, низкий тембр, суховатый, traditional покрытие, но вот они как-то по-своему были насыщены. И вот тут, мне кажется, должно что-то ёкнуть внутри, что ты определяешь, какие тарелки тебе взять. Вот у меня все-таки ёкнуло на K. Поговорим про каждую тарелку отдельно и начнем с райда. Двадцатка райд. У него вкуснейший белл, он здорово крышуется, он суховат. И этому райду я даю 10 из 10. Он хорош во всем. Следующая тарелка – восемнашка Crash. К восемнашке у меня также нет никаких претензий, нет ничего такого, что меня расстроило, он хорошо пробивает. И в связке Crash и Ride это звучит настолько бомбически, вот когда нужно сильно прокачать какой-то бридж или эпическо-драматический момент в песне, вот они вдвоем, эти две тарелки, выдают потрясающий результат. А теперь поговорим про 16-дюймовый Crash. Это не Crash, 16-дюймовый Crash. Конечно, он маловат, его не хватает. Я его использую только как акцент-тарелку в связке с 18-кой, когда мне нужно что-то отметить. Прокачать в него у меня не получается. Но вот что интересно, что он выше, чем 18-ка, и вот они вместе дают какой-то интересный звучок. И вот когда что-то отметить, какую-то точку, очень даже ничего. И последняя пара тарелок, о которых следует рассказать, это хай-хет. 14-й хай-хет в целом хорошо звучит, мне нравится, как он звучит. Он обладает таким песочным звучанием, он хорошо сыпет, но у песка есть обратная сторона. На мой взгляд, не хватает
концентрированного звука, какой-то четкости, вот как у Zildjian A. Вначале я думал, возможно, я как-то плохо зажимаю педаль, или мне нужно следует как-то иначе извлекать из него звук, чтобы добиться той самой четкости, но потом я почитал отзывы, и оказалось, что не один я такое заметил, и вот такая, может, не проблема, но нюанс есть. Друзья, спасибо, что посмотрели данный обзор. Занимайтесь, играйте на барабанах и любите музыку. На этом у меня все. С вами был Саня. Пока! Следующий, нет, так не следующий, а какой-то синоним к следующей. Это 14-й хай-хет. Ляп. Я уберу телефон. А теперь я затупил. Сейчас. Крэш. Как я говорил, не важно. Не, ну как бы важно. Самое главное — это заниматься, совершенствоваться, расти как музыкант. Все?